Адвокат, который представляет интересы семьи Багдаулета Умирхана, заявил о ряде нарушений во время следствия. 13-летний мальчик погиб в столице в феврале, упав в открытый колодец. Сейчас это дело рассматривает суд. Его объединили с другим о гибели в колодце четверых сантехников, которые отравились метаном. Защитник считает, что это сделали намеренно, чтобы не допустить резонанса. Адвокат Василий Садыков утверждает, что мальчика можно было спасти, если бы полиция изначально применила поиски с помощью собак и специального оборудования, которое определяет местонахождение мобильного телефона. У Багдаулета Умирхана был смартфон, но вместо этого полицейские допрашивали родных и снимали отпечатки их пальцев. Кроме того, по мнению адвоката, досудебное расследование прошло с массой нарушений и недоработок. Выяснилось, что в степи неподалеку от поселка Железнодорожный, где жила семья мальчика, сотрудники Астана-Суарнасы оставили открытыми 6 колодцев, и об этом якобы знало руководство предприятия. Следователь вдруг откуда-то взял данные о том, что несуществующие данные, что якобы мальчик Багдаулет провалился в колодец, который был заполнен грунтовыми водами. На самом деле колодец, когда обнаружили его 20 февраля, в ночь на 20 февраля, он был без воды, только на дне была жижа грязи.